Пяточки – это у нас такой частный сектор. В районе, значит, пляжа Золотой берег. Ну, как бы за Золотым берегом. Там есть премиум уровень направо, а есть более такой простенький уровень, скажем так, налево. Пойдешь направо, пойдешь налево, короче говоря, как в сказке. И вот я сейчас иду по такой проселочной дороге. Такое ощущение, знаете, как будто бы я не в Одессе, а где-то в деревне какой-то. Собаки гавкают. Я просто здесь даже не знаю, ходил когда-то или нет. Рыбачья балка. Ну, я думаю, здесь все сдается, знаете, как его. Комнатки сдаются частного сектора людям. Можно домом, наверное, можно целым снять. Можно комнаткой. Зато тихо, спокойно. Смотрите, да? Как вам такая обстановочка? Контраст. Контраст, да? 25-этажные новостройки. И вот такая вот обстановка. Ну, это, знаете, на любителя. Кто-то хочет приехать отдохнуть в новостройке, а кто-то хочет приехать вот такую вот обстановочку. Ну, до моря быстро можно дойти, я не знаю. 5 минут и вы на море.